Сегодня мы выносим на заседание правительства законопроекты, которые утверждают на пятилетний срок, 2020-2024 год, две программы. Одна из них – это развитие жилищно-коммунального комплекса в Ульяновской области, и вторая программа – это развитие комфортной среды на территории региона. В этих программах прописаны все программные мероприятия по направлениям, такие как водоснабжение, газификация, значит, ремонт общего имущества. И направлены они, в прежнюю очередь, на повышение благосостояния жителей региона, повышение надежности систем тепло-водоснабжения и в целом всей инженерной инфраструктуры.